И сегодня эту скандальную историю мы обсудим с мытищинским юристом Александром Юрьевичем Хаюровым. Добрый день, Александр Юрьевич. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Что необходимо делать пострадавшим в первую очередь? Куда бежать, куда обращаться? Смотрите, на сегодняшний день, анализировав эту ситуацию, я бы порекомендовал обманутым клиентам клуба написать претензию в адрес администрации клуба и руководства. Претензию эту направить, соответственно, по почте, так как в случае ее неудовлетворения со стороны администрации клуба, с нашей стороны, со стороны обманутых потребителей, будет исполнен досудебный порядок своего оборота. Данную претензию нужно отправить по почте. С почтовым адресом можно ознакомиться как в договоре, который был заключен между абонентом и администрацией клуба, так и посмотреть в Едином государственном реестре юридических лиц и, соответственно, направить ее по адресу. А мы говорим сейчас о почте обыкновенной, не электронной. Да. Во-первых, надо ознакомиться с договором. Я договор, к сожалению, этот не видел. Иногда в договорах часто прописывают досудебный порядок, то есть можно и по электронке направлять. Но в данном случае гражданским кодексом у нас предусмотрена отправка, соответственно, почтовым отправлением Почты России. Далее мы ждем 10 дней по закону о защите прав потребителей. В случае неудовлетворения подготавливаем, соответственно, исковые заявления. Ну а для чего это нужно? Неужели не проще сначала обратиться в полицию, прокуратуру? Почему именно необходимо подать эту претензию потребителям? Смотрите, это уже как бы второй вопрос, где я бы посоветовал параллельно. Исковые заявления, значит, я посоветовал направлять индивидуально, так как индивидуальный порядок упрощает процесс судопроизводства. Тем самым каждая сторона не становится зависимой друг от друга, то есть это в случае изменения исковых требований, кто-то не явился, ходатайства какие-то подавать. То есть каждая сторона, потерпевшая, выходит, индивидуально заявляет свои требования и, соответственно, выходит на решение. Параллельно, как я сказал более ранее, я бы подал коллективное, тут уже обращение в органы прокуратуры и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Почему именно в прокуратуру? Потому что прокуратура возьмет под свой контроль и тем самым все равно направит по подведомственности в органы полиции. Почему не посоветовал в полицию направить? В настоящий момент, вот из той информации, которая у нас имеется на сегодняшний день, с которой мне удалось ознакомиться сквозь призму, можно сделать вывод о том, что со стороны администрации, руководства клуба отсутствуют своего рода мошеннические действия. В том плане, да, действительно, ну, закрыли клуб. Тем более, там висело объявление о том, то, что данный клуб в настоящий момент на ремонте находится. Вот, вызовут администрацию клуба, директора клуба в полицию, они дадут пояснение о том, что да, действительно, у нас сейчас ремонт находится. Это не преступление. О том, что клуб закрылся, это тоже у нас не преступление. Преступление было бы, если бы они продавали в клуб, который в настоящий момент уже отсутствовал, то есть не работал. А они продавали в действующий клуб абонементы согласно договору, то есть отсутствует какой-то порядок преступлений. Ну а что делать пострадавшим, то есть сотрудникам этого фитнес-клуба, которые, как мы видели из сюжета, не получили зарплату, и, ну, в общем-то, они тоже на грани, да, мы видели у женщины практически слезы на глазах, куда обращаться? Сотрудникам похожий порядок, то же самое писать коллективное обращение в органы прокуратуры, в трудовую инспекцию, и тот же самый использовать досудебный порядок в рамках гражданского судопроизводства. Это не первый случай в Мытищах, когда есть пострадавшие. До этого мы слышали о скандальной истории с фитнес-клубом «Зебра». А почему такое происходит? Кто должен все-таки контролировать вот этот частный сектор, частный спортивный сектор? Смотрите, частный сектор, он на то и частный, о том, что где все риски непосредственно несет руководство и администрация, и в случае их наступления несут ответственность за те деяния, которые произошли. В настоящий момент со стороны государства идет контроль,
по фитнес-индустрии, которая регламентируется ГОСТами непосредственно. Также в данном случае, если в рамках нашего сюжета говорить о том, что было нарушено закон о защите прав потребителей, да, это, соответственно, у нас в Роспотребнадзор можно обратиться с данными заявлениями о том, что услуга – это все равно услуга, а услуга у нас была не оказана. Поэтому подвести вот итог, никто у нас не защищен. Понимаете, и ваш фитнес-клуб, и мой фитнес-клуб то же самое может завтра. Ну, то есть риски всегда есть? Риски всегда есть, конечно. На сегодняшний день тенденция, даже смотреть, если практику, в 2021 году было заявлено о том, что более 70% фитнес-сетей на грани банкротства находятся и будут подвержены своим закрытиям. Поэтому сейчас у нас и пандемия находится, сложная ситуация для малого бизнеса, все равно его нельзя назвать. Но если все-таки говорить о рисках, но мы, потребители, можем себя подстраховать, если будем изучать договор, если будем правильно выбирать фитнес-клуб. Вот вы сами спортсмен, как я вижу, тоже ходите, занимаетесь спортом. Все-таки на что обращать внимание? Что вот как юрист вы можете посоветовать нашим телезрителям? Смотрите, договоры, я думаю, и в том клубе был, соответственно, когда продавались карты, абонент его подписывали, соответственно, этот договор. Под один критерий подвести выбор клуба невозможно, потому что кто-то будет ходить в шаговой доступности, а кто-то будет ездить на другой край города за атмосферой или за теми тренажерами, которые для его там подготовки. У нас же разного уровня спортсмены. Кто-то ходит, чтобы спину оздоравливать, кто-то выступает профессионально. Но со своей стороны хочу сказать одно. В нашем городском округе Мытищи есть достаточное количество фитнес-клубов, которые зарекомендовали себя с положительной точки зрения, которые работают и не один, и даже не пять лет, которые пользуются высоким спросом. И основное, что обратите внимание, там, где руководство клуба напрямую участвует в жизни клуба. То есть заинтересованность идет со стороны руководства, а не только чтобы сидеть в своих офисах и пересчитывать денежные средства, которые поступают с продажи тех или иных карт. Александр Юрьевич, извините, что перебиваю, ну, сразу возникает вопрос. Вот те акции и скидки, которые предлагал Фитзал, это может быть таким первым звоночком, что вас обманут? Нет, не соглашусь с этим. Зачастую фитнес-клубы делают действительно такую скидочную программу. Это в рамках, когда праздник, например, годовщина клуба идет, либо приурочивают еще к каким-либо праздникам. У нас же также есть и День физкультурника, тоже клубы любят под эту эгиду подвести скидочную программу. Поэтому это не основной звоночек. А вот то, что клуб «Фитзал» пытался продать по дешевым ценам, так сказать, абонементы, и после этого уже, как можно подвести причинно-следственную связь, они закрылись, вот это нужно обязательно изложить в заявлениях в прокуратуру, в исковых заявлениях, в претензиях о том, то, что здесь прослеживается умысел, соответственно, руководству клуба. А по поводу цены, не всегда стоит гнаться за ценой, потому что приобретая, например, вот когда этого, как вы говорили, то, что клуб «Зебра» первый раз, которая была на Олимпийском проспекте, если мне не изменяет память, она открывалась заранее, туда покупали абонементы, большое количество лиц. Я бы не советовал покупать абонемент с разницей в скидке 5-7 тысяч рублей, покупать кота в мешке, неизвестно, какие тренажеры будут, какого уровня то будет сам зал. То есть фитнес-центр еще не открылся, а люди, люди уже покупают наперед. Да, действительно, риски своей нервной системы, также потери денег средств, мне кажется, они превышают той скидки, на которую как бы пытаются у нас подцепить своего рода маркетологи. Но что касается все-таки судебной практики, у пострадавших есть шансы вернуть свои деньги? И каковы? Смотрите, обязательно надо подавать претензии, обязательно направлять в органы прокуратуры, как я уже повторялся, да, подавать иски со всех сторон, пытаться не бездействовать. К сожалению, сейчас все чаще встречаюсь с мнением о том, что наша судебная система бюрократична, подкупна, там все решено. Уже мне очень печально слушать данные заявления.
Потому что люди бездействуют, Но я вас прерву снова, я скажу честно, если бы я оказалась в такой ситуации, я бы тоже закрыла на это глаза, пошла дальше, потому что я ценю свое время, мне некогда бегать по инстанциям. И, наверное, таких большинство. То есть сколько людей все-таки дойдут до суда? Да, я как раз хотела об этом вам сказать, о том, что администрация клуба зачастую знакома с нашим менталитетом и понимает, что сотни пострадавших придет 3 человека. Поэтому ответственность будет совсем минимальна. Мы как раз, может быть, с этими 3 человеками получится в досудебном порядке решить. А если не получится, то все равно минимальные потери и риски будут для бизнеса. А если это приобретет массовость и хотя бы 70-80% доведут начатое до конца, то здесь будет совсем другой итог. Недаром Феликс Эдмундович Дзержинский говорил о том, что отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка. Поэтому хотелось бы всех призвать довести данное дело до конца и пытаться бороться с такого рода бизнесменами, потому что это не только затрагивает сферу фитнес-индустрии, но и также затрагивает все наши повседневные сферы. О том, то, что в следующий раз, когда руководство клуба или руководство какого-то предприятия будет принимать такие решения и риски на себя, будет в первую очередь задуматься о последствиях. Александр Юрьевич, большое спасибо, что нашли сегодня время и прокомментировали данную ситуацию. Ну а мы со своей стороны обещаем и дальше следить за этой историей. Смотрите «Первый Мытищинский», будьте в курсе событий.